лошади. Многие склонны считать, что это самое грациозное создание природы. Именно поэтому конный спорт – дисциплина зрелищная и невероятно красивая. В эти выходные в Манеже на улице Колотилова проходит соревнование на Кубок города по конному спорту. В субботу юноши и девушки продемонстрируют себя в выездке, а в воскресенье – в конкуре. Оценивает наездников судья первой категории из Московской области. В первую очередь оценивается посадка и правильные средства управления всадника. Также оцениваются основные оценки – это аллюры лошади, ее движение оценивается, импульс, с какими движениями, с какой энергией она выполняет данные элементы, и также повиновение, как она слушается всадника. Аня Руслякова приехала на соревнования из Шуи. С лошадью по кличке Аристократка девочка работает уже год. Говорит, что с животным ей повезло. Лошадь спокойная и послушная. Ездить с Аней на разные соревнования для нее – дело привычное. Она уже привыкшая. Она много раз ездила куда. Все привыкла. У нас вообще все лошади привыкшие уже. Антон Грешин сам из Иваново, тренируется как раз в этом манеже. За время занятий работал уже не с одной лошадью. Найти ключ к сердцу животного, пожалуй, самое главное и в то же время самое сложное в конном спорте. Каждой лошади свой подход. Кому-то надо ласково, когда-то и наказать надо. Но подход надо долго и упорно, чтобы лошадь к тебе привыкла. Не так все просто. Это много сил занимает и стараний, но зато потом лошадь – твой лучший друг. На этих соревнованиях Антон выступает в паре с лошадью по кличке Даурия. С ней молодой наездник уже успел договориться. Иногда, если очень хотят какое-то лакомство, пока не дашь, ничего не сделают. Ну, конечно, иногда надо заставлять без лакомства все делать, но иногда бывает вредничают. За кубок будут бороться около 90 спортсменов. Соревнования по-настоящему масштабные и достойные зрителя. Оба дня манеж открыт для посетителей. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.